Друзья, сейчас будет первая дуэль на брусьях, отжимание с весом собственного тела. Арон Веробян, Дмитрий Кузнецов. Отжимания нон-стопом, паузу делать нельзя. Поехали. Девяносто шесть, Арон. До ста немножко не хватило. Да, голова закружилась. Ну, неплохо, неплохо. 90, Дима. Дима, 90. А что так раскачалась эта платформа? Ну, они просто не тяжело. Ну вот, вот, я так и думал, что с Ароном ты почти сможешь сразиться. У меня после стана все поникшее дело, уже думаю, все. Хватит искать долбанный отмаз! Ничего, Димон, еще чуть-чуть, и Арона можно догнать. Не мой день. Я да, я понял. 20 повтор сделал, уже чувствовал, что все это болит. Хватит искать долбанный отмаз! Так, Арон, ты начинаешь оправдываться в стиле Шредера. От меня набрался? Не-не-не. Нет такого. И у нас хороший пример. Да, хороший в кавычках. Это тот день, когда я задолбался в хламину. Работаем. Внимание, марш! Хорошо. Я понимаю, жесть. 51 повтор, друзья, для такой массы это очень хорошо, я считаю. Отлично. Даже Санька опередил. У меня +2. +2, 46? 44. 42, 44. А? Ну, Рома пока, видишь, выносит. Здорово, бычара, да? Последняя пара. Паша Бабич и Шредер. Отжимание нон-стоп. Готовы? Исходоположение. 3, 2, 1. Работаем. Лёха! 57. И все равно Промион после 50-го начал болеть. У тебя сколько, Паш? 55. 50? На 2. 57 против 55. Да я стахановец вечный. Я пока еще впереди. У меня 18 похвальных грамот. Ну ты выиграл. Да, но выиграл.
Всех победил Арон, 96. На втором месте Дмитрий Кузнецов, 90. Красава, Димон. Секунду, Василий. На этом все, друзья, на этом все. Сейчас, после того, как мы сдохли, все сделали, мы переходим на последнем издыхании на армрестлинг. И знаете что? Я пожму руку этому дрыщу. Теперь я знаю секрет твоих тренировок. Пельмешки. Что? Всем пока.